Слушай, а помоги тест по истории решить. Мы как раз СССР проходим. Да с легкостью. Я все съезды КПСС помню. А я только батл Слава КПСС с Оксимироном помню. Что? А, да, это... Да, мысли вслух, не обращай внимания. Так, первый вопрос. Когда была авария на Чернобыльской АЭС? Какая авария? Ой, это опечатка. У американцев она была. А, ну на них похоже. Нечего было капитализм строить. Ага. Продолжим? Продолжим. В каком году развалился Советский Союз? Что? А, Америка. В каком году развалилась Америка? А, ну в нашем 1964 она еще не развалилась. Но на эту Америку посмотришь, в любой момент может развалиться. Давай дальше вопросы. Тут тест какой-то весь в ошибках. Не буду его проходить.